Поселок совхоза имени Ленина. С каждым годом жителей здесь становится все больше. Потребности в медицинских услугах растут. В совхозе работает одна из лучших сельских амбулаторий Подмосковья. Новое здание было построено 9 лет назад. Трехэтажное, современное. На сельскую амбулаторию не похоже. Совхоз немало сделал для того, чтобы расширить для своих жителей возможности получения медицинских услуг. Еще при строительстве амбулатории мы для себя определили, что здесь должна все-таки работать и диагностическая служба. Мы должны оказывать диагностические услуги. Пациент должен выйти из стен амбулатории обследован, если он передается уже на второй или на третий уровень. Теперь здесь можно пройти все виды рентгеновских исследований. В амбулатории делают гастроскопию, работает кабинет УЗИ. Особая гордость – наличие аппарата для маммографии. В амбулаториях подобного прибора не бывает. Да и выглядят поселковые амбулатории обычно не так. Попадаешь в другие места, вот смотришь обшарпанные стены, думаешь, господи, как же они тут живут, в этой амбулатории, как они лечатся. У нас очень хороший персонал. В амбулатории совхоза имени Ленина шутят, что здесь врачами работает вся Россия. Подмосковье, Смоленск, Сибирь, Мордовия. Все врачи амбулатории приехали сюда, чтобы работать и жить. Дело в особом подходе администрации совхоза. Когда-то здесь решили привлекать лучших специалистов, предоставляя им льготы в получении жилья. Педиатр Евгения Веретнова ведет прием вместе с медсестрой Еленой Гизатулиной. Обе приехали в совхоз из Сибири. Обе получили квартиры по льготным программам. Евгения стала владельцем жилья в 2012-м. Мне предложили поучаствовать в программе «Молодой специалист на селе» с дальнейшим приобретением жилья. Часть денег, сертификат, мне предоставило государство. Часть денег, заем беспроцентный, мне предоставил совхоз имени Ленина. На замещение вакантных должностей здесь всегда большой конкурс. Желающих много, берут лучших. Терапевт Яна Лебедева работала в одном из подмосковных городов. Была известным специалистом, но за 10 лет так и не решила жилищного вопроса. Теперь Яна здесь. Квартиру получила по цене ниже рыночной в беспроцентную рассрочку. Детское отделение амбулатории совхоза имени Ленина признано лучшей детской поликлиникой сельских населенных пунктов Московской области. Рождаемость здесь высокая. Педиатр Людмила Горькова пришла работать всего полгода назад на новый третий детский участок. Переехала из Люберец. Людмила до сих пор не может поверить, что на решение вопроса о квартире ушло всего несколько дней. Все мы знаем, что врачи получают зарплаты не такие большие, как... допустим, сотрудники бизнеса или менеджеры. Вот. Соответственно, нам это очень удобно, что это не ипотека, мы не платим безумный процент банкам, это именно рассрочка. В работе амбулатории совхоза имени Ленина много необычного. Например, 3 раза в неделю больных бесплатно возят на гемодиализ в соседний Подольск. Здесь это считают своей обязанностью.